Всем привет, ребята, с вами Анри, и мы начинаем прохождение игры Splatterhouse на PlayStation 3. Старенькая игрушка, которую я когда-то прошел на Xbox 360, и сейчас решил к ней вернуться, потому что игра действительно жесткая, классная, на то время, по крайней мере, она мне такой показалась, поэтому вот что-то решил пройтись опять. Я думаю, что я уже не с такой легкостью пройду, как раньше, потому что раньше было больше запала, а теперь... Ну ладно, давайте посмотрим. Так, режим истории. Начать новую игру, потому что продолжить мы не можем, я не играл еще. Д. Окей. Новичок, дикарь, убийца. Давайте яркости, может, чуть больше. Ну, дикарь средняя, да? Давайте выберем, как всегда. Маска ужаса. Она питается твоими желаниями и страхами, предлагая бессмертие и силу. Но какой ценой? Осмелишься ли ты надеть маску ужаса? Я помню, что после прохождения игры... да, вот написано, пройдите сюжетный режим, чтобы открыть эту маску. Открывается какая-то другая маска, я не особо помню какая, но... Вот так. Так, поехали. Пам-пам-пам. Загадай желание. Хорошо? Я хочу, чтобы мы были вместе до окончания веков. Дженни, мне жаль. Он забрал твою девушку, Рик. Он забрал твои мечты. И он забрал твою жизнь. Доктор медицины Генри Вест. Он забрал все. Единственное, что осталось, это твоя душа. И она принадлежит мне. Кто я? Скажем просто, я Бог, твой Бог. По меньшей мере, единственный Бог, который слушает. Чего я хочу? А, того же, что любой Бог. Много веры, поскольку без веры я ничто. А без меня тебе отправят. Она не должна умереть. Я могу тебе помочь, могу исцелить твои раны. Мы можем спасти ее, если ты выразишь мне веру. Если доверишься мне, положишься на меня. И вот, ребятушки, вот он, Splatterhouse. Безумный, зубодробительный, заебавший всех соседей. И просто невменяемый слэшер. Так. Мы одели маску, мы превращаемся в какого-то... Хватит ныть! А я что говорил, что это будет весело? Тебе придется научиться любить свою боль, потому что ее будет очень много. Опа! Вот это прокачка! Что ты со мной сделал? Во что я превратился? Ты мой Рик! Джен. Пока Джен не вернется в твои объятия. Ты мой! Так, ребятушки, вот начинается, собственно говоря, фаза 1. Маска дьявола. Окей. Так. Что с вами случилось? С нами ты носишь меня, я обитаю в тебе, отныне мы команда. Ты помогаешь мне получить, что я хочу, и помогаю вернуть девушку. Что за чертовщина творится? Ебать. Ой-ой, ребята. Берсеркер какой-то. Ах, как же хорошо наконец-то освободиться. Давай, прикончи кому-нибудь. Прошло слишком много времени, у меня нет практики. Пизда всем. Ко мне! Кровавая баня пошла, ребята, сразу срезаем, не только подонков колючих, таких же, как и я, судя по всему, но в разы меньше. Мусло какое-то лютое сразу режет, я надеюсь, на ютубе мне его не порежут, потому что я буду злотить кого-то. Что такое треугольник? А, треугольник тоже, типа удар, но какой-то дурной. Попался, засранец! Будет очень много красного, ребята. Приготовьтесь, игра такая вот. Какая-то темная,
но очень много красного. Много крови. Так. Бам. Вот это лютая движуха. Шпок. Вот. То есть в таком ключе будет проходить практически вся игра. Будет резня, будут боссы, насколько я помню, потому что проходил очень давно, ну как очень много. Только она вышла, в каком году, я не помню. Но года 4 назад это точно. А может даже больше. По крайней мере, по ощущениям так. Первое убийство вспоминается на всю жизнь. Oops. Ой, too слишком much много людей. Черт, были бы терпи нежные. Ты все еще слабый, нам придется. Давай помедленнее, накопи свою силу. Ладно, давайте накапливать свою силу. Так. Нет, Дженни! Нажмите вверх, чтобы включить глаз маски и подсветить нужные объекты. Вверх. То есть, типа, нам нужно туда идти или... Так. Треугольник. Что такое кружок? А, кружок это захват. Икс прыгать. Блок даже есть. Вот это прикольно. Давайте поразбиваем, может чего-то выпадет. Я, кстати, не помню здесь, какие здесь существуют коллектаблс, потому что... Ну, какие-то фотографии можно будет находить, что-то типа того. Так, ладно, давайте подниматься наверх. Ну, еще можно разбить пару. Черт, здесь вообще ничего нету. Ладно, давай. Ну. Так, два раза он не прыгает. Это очень плохо. Можно кого-то схватить. А ты еще кто? Я ничего тебя не знаю. Ты освободил меня, я у тебя долгу. Остальное не важно. Я почему-то тебе не доверяю. А, верь во что хочешь. Так, ладно. Окей, ребята. Нам, судя по всему, сюда. Ну, давайте еще по кругу пройдемся. Может, там чего-то можно... А, нет, нам все-таки сюда. Окей. Ладно, ну, вроде здесь ничего нету. Пойдемте дальше. Доски движутся. Так. Что-то мне здесь не нравится. Сейчас будет по-любому какой-то замес лютый. Ну, конечно же. Опа, молодые люди. Сделай их. Нажми квадрат и треугольник для выполнения комбо. Зажми треугольник для мощных атак. Бам. Попробовать схватить, подонка. Когда противник мерцает красным, жми кружок для выполнения убийства. А, все. Все, понял. Жмем кружок. Не знаю, после вот этого зажатия кружка еще и нажимать стики в правильном направлении, чтобы оформить убийство, ребята. Блядь, меня закрепят, я так понимаю. Так, давай, давайте кого-то еще прихватим. Так, у нас... Там, блядь! О! Вы поняли, можно жизни хавать. Нажимаешь логин и кружок. Это еще сильно много, кстати. Я не понимаю, какого хера. Мои жизни вот красные, да? Да, вроде бы так. Так, давайте удерживаем. Бам! Разрываем просто бошку, там, подонку. Так, ну вроде все, пока справился. Вот это совсем другое дело. Так, L1 и кружок, да, значит? Включить граммофон. Из дневника доктора Генри Веста. Несмотря на мои попытки открыть секреты маски, ужаса, она продолжает расстраивать меня. Я думал, что ощутил силу внутри нее. Но, наверное, это больше, чем кажется. Всего лишь непримечательная церемониальная маска. Я верну ее на место в своей коллекции. Я обращу внимание на более важные вопросы.
Вот так вот, ребята. То есть можно будет еще граммофоны находить, оказывается. Я просто не помню особо. Так, давайте посмотрим. Бам, разнесем здесь все, блядь, в клочья. Сюда можем выпрыгнуть? Нет. Лестницу можно зато разнести. Так, что, идем дальше. Опа, здесь какой-то полтергейст творится сразу со старта. О, вот, кстати, смотрите, что-то лежит, по-моему, да? Да. Ты нашел обрывок из фотографии Джен. Это Джен, наверное, она оставила это для меня. Рик, ты везучий болван. Так, найдите все фрагменты. Ну, ладно. И надеюсь, мы все-таки найдем все, что надо. Мне интересно, я уже забыл все. Историю узнать тоже будет полезно. Короче, эти Дженнифер, эти штуки можно не разбивать, они из них ничего не выпадают, я так понял. Так, что у нас, сука, здесь? Подонки лезут. Вот черт. Подонки и дегенераты лезут. Сразу кровяночка пошла. Ибо я начинаю разминать кулаки об этих подонков. Не, ну игра вообще кроваво-красная, скажем так. В натуре Splatter House. Ибо что-то, если перевести, дом брызг. Брызг крови, конечно же. Смотрите на этом месте, да, побои еще просто. Так. Кто-то еще? Так, ну камин что-то тут разговаривает, я слышу. Мне, наверное, сюда. Нет? Так, и чего делать теперь? Обратно идти, не думаю. Надо что-то с камином делать. Ну? А, все-таки обратно идти надо? Ну хорошо, что есть кнопка вверх, и всегда можно понять, куда идти. А, он еще бегать может на R1, оказывается. Так я же пришел отсюда или нет? Да. Гляньте, тут врач потащил ее, путь перекрыт. Короче, обратно идти, все, я понял. Не думал, что нужно обратно идти, ну ладно. Попробуй прорваться. С подсвеченными объектами можно действовать. Бам. Так, здесь мы не были, да? О, можно оружие поднять, ёб твою мать. Позаботишься об этой штуке? Опа-па, пацаны с камина вылезли. Горячие. Телешки смеются. Пам-пам-пам-пам. Давайте уделаем их. Урезоним. Блять. Стоп. Вы что, вообще охерели, что ли? А, мне руку оторвали. Смотрите, я одной рукой теперь бью. Кстати, тут что-то есть такое, по-моему, если не ошибаюсь. Блять, аж. О, гляньте, рука отросла. А чё он тормозит? Меня убили? Да ладно. Черт, если бы ты не умирал, я бы сам тебя грохнул. Блять, читайте дневник доктора Веста в приметах в боре, главное меню. Что-то быстро я как-то слился, на самом деле. Ни хера себе, меня урезонили. Просто вообще по-лютому. Мне аж не понравилась эта движуха. Тут загрузки, кстати, долгие, вот мне это не нравится. Блин. Ну все, я понял, мы это видели уже. Так. Все, я понял, выбиваем дверь, так. Тут, конечно, тяжко получается. А? Чертов тяжелый металл. Нужно, короче, подонков. Нахи, хватит.
А, все-таки, блядь, все-таки жизнь это синяя полоса, а не красная. Казалось бы. Давайте, давайте, давайте. Оно типа на время, что ли? А, на время, я понял, надо было... Блядь, смотрите на это дерьмо. Чертовски вкусно. Короче, на время открывается вход в камин, и нам нужно желательно туда попасть. Тогда кровью, наверное, заполнится, да? Так, о! Да быстрее, чем... Блять. О, отлично. Послушай, у меня есть жажда, Рик. Назови это страстью. Видишь ли, когда дело касается крови, я в некотором роде знаток, понимаешь? Ты дашь мне кровь, а я дам тебе мощь. Я сделаю тебя сильнее. Ты понимаешь? Хорошо. Текс. Чтобы ничего не упустить, нужно... Слышь, малой. Я тебя сейчас распрощу. Сейчас пойдет, дело в том, что вертушка селидовская. Вот так вот. Подонки. Кто там чвякает сзади? Так, это что такое? Это тумбочка. Давите червей, чтобы получить кровь. Черви я вас давлю, чтобы получить кровь. Видите, у меня сколько впитывается крови. Разбиваем дверцу. Опять камин, опять, короче, будут тасы. Стопудово, я вам говорю. Может, где-то фотографии какие-то есть, нет? О, граммофон. Из дневника доктора Генри Веста. Дом сильно изменился с тех пор, как я его построил. Добавились новые крылья и этажи, были выкопаны погреба и подземелья. А вокруг разрослись внешние строения. У него есть свои секреты и охранники, которые их защищают. Ага, то есть какая-то таинственность появляется, ребята, вы заметили? Что-то в этом есть. Бам! Ой, блядь, это какой-то злодей выбил дверь. Выбил. Это кто такой? Еще один. Подонок какой-то. Ты руку оторвал! Ах ты шалава! Не знаю, я его изувечу. О боже, о моя рука! О, мой арм! How does it feel in my arms? Господи, Рик, собери же! Я просил тебя доверять мне, при первом виде крови ты кричишь как школьница. Что-то ты слишком уж больный слабак. Потерянные конечности восстанавливаются, это радует. Кстати, да, сейчас, кстати, рука будет отрастать, я это помню. Это что такое? А, я свою руку, смотрите, у меня рука отросла, я свою руку еще и взял. И теперь, если получишь слишком большие раны, конец игры, урон нас прикончит. Когда я говорю «нас», значит «тебя». Так, вот слева какой-то... Наполняется какая-то банка с кровью, что будет потом, я не помню когда. Так, куда идти? И туда, и сюда можно идти. Здесь фотография, я вижу. Ты нашел обрывок из фотографии Джен. Опа, обнаженочка. 18+. О, граммофон. Давайте послушаем. Мои теории в микробиологии находят мало отзывов в реалиях этого современного мира. Они вызывают протесты и жалобы. В предыдущие столетия разбрасывали камнями и изгоняли из города. В этом веке они отправляют электронные письма с протестами газет. Я живу в наивном веке непуганных идиотов. Так, видимо, этот тип, он еще какой-то бессмертный, мне кажется, потому что он жил в разные времена, лятин, какие-то опыты, какие-то жмурики лежат. Кровь, движуха, короче, ладно.
Давайте дальше идем. Я надеюсь, мы найдем. Ой-ой-ой, это что такое? 2 на 4, здорово. Займемся плотничными работами. Вот эти, кстати, жмурики мелкие, они такие стрёмные, но они как приникнут. Я помню, по-моему, они такие лютые. Та-та-та-та-та-та-та, пацаны из посёлка. Всё, что ли? Блять, мне страшно. Так, здесь тоже жмуры. Опа-па. Это что еще за уроды? Так, что тут у нас? Зажмите треугольник для зарядки мощных атак. Меняйте цели с помощью левого стика. Так, ну я, по-моему... Блять! А вот когда они загораются... Оранжевые, желтые. Что с ними можно делать? А ну-ка давайте зажмем, ребята. Блять, вот надо было схватить, когда он красным горел. Приближаемся, я уже чую Веста. Этот привкус безумия ничем не спутать. Эй, твоя симпатичная девчонка, я чую ее тоже. О, она шикарно пахнет. Ужас, замешательство, паника. Обожаю ее. Какой-то Люцифер, короче, во мне сидит. Люцифер. Текс. Контрольная точка. Пузо заточка. Музяка вот эта дебильная, блядь. Дебильная. Она подходит сюда. Так. Мне здесь не нравится, а там что-то торчит из пола. Какой-то свет непонятный. Давайте разобьем глобус. Дженнифер, ты ее потерял. Куда нам сейчас? Фоточка, фоточка есть. Ой-ой-ой. Ребята, если нас смотрят дети, нажмите X для прыжка в воздухе, нажмите треугольник для обрушения вниз. Все, понял. Эту дырку можно пробить. Поняли? То есть можно квадратом, а можно треугольником. Смотрите. Пау! Я здесь, мальчики. Уже какие-то подонки ползут сзади. Блять, вот здесь. Что мне делать? Ищешь разгадку? Это кровь, Рик. Всегда кровь. Кстати, убивают довольно-таки быстро, ребята. Вот реально быстро убивают. А ну-ка давайте найдемся кровяночки. Давайте разорвем мальца. Так, время шоу. Отлично. Вот так вот, малыши. Так будет с каждым, подонки. Блять. Меня хотели урезонить, меня... Да, блять. Пацаны. Успокойтесь, пожалуйста. Надо мелких разрамсить. А ну-ка давайте покушаем немножко с них кровяночки. Блять, ну как так-то? Да вставай, Рик! Вот мне нравится, когда... Опять давайте оторвем ему хлебальник. Так, я поступлю вот так. Я только начал разогреваться. Пару рук мы оторвали. Слышь, ты подонок. Тут руки валяются, я смогу рукой тебя зарамсить, братик. Так, все, крови на пол. Ух ты. Все, хорошо. Давайте посмотрим, нет ли тут каких-то секретиков, которые я очень люблю собирать. Тут многие из вас знают, если следят за моим каналом. Так. Ты куда ушла, бочка? Ай, мерзость какая. Сейчас у меня дезинфицирующее средство. Так, я глаз вырвал. Чпак. Ага. Какая-то стенка пошла. А, все, ступеньки вниз. Тот, черт подери, построил всю эту хрень. Не пытайся видеть в этом смысл, Рик.
Та-да-та-да-т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 а. О, нормально, я недолго ходил, а то мне тошнить будет. Блять, здесь какая-то сейчас будет лютая. Короче, не нравится мне это, ребята, все. О, господи, Марк! Дэн! Я знаю этих людей, мы вместе сдавали последний семестр. Лучше им уже умереть. Пацаны с поселка. А ну-ка, пацаны. О, подождите, тут фоточка. Так. Нашел бы фотографии. Вот дело в том, что, блин, фотка вроде собралась уже одна. А только одна. Так, дальше чё? Тут ничего нет интересного. Это вроде нет. Давайте подбиваем всю эту дрянь. Бойня червей. Короче, нам вниз, определенно вниз. Мы на финишной прямой. Сейчас, короче, будет босс, ребята. Скорее всего, я так думаю. Или нет? Черт! Сейчас здесь подонки будут прыгать. Куда ты лезешь, тварь? Нажмите R2 для защиты от атак. А, можно перекатываться, да? А если R2 зажать, так что-то R2, он только перекатывается. Давайте забьем тушку этого подонка. Так. Что ж, теперь только руки остались. Руки это, конечно, не то. Но все равно, это хорошо. Он молотит ими, блять, вообще по-лютому. Покажем им, что мы умеем. Естественно, покажем. Давайте оторвем этому подонку голову. И напьемся крови. Вот так вот вырвали какие-то внутренности непонятные. Да и не важно, главное все порвать. Иди сюда, ты подонок. Тебе весело? Мне да. Так, ручки оторвали. Теперь эти ручки можно использовать как оружие ближнего боя. Покажем им, да, блядь, конечно, покажем-то. А, все, загорается желтым, это когда я нажимаю кнопку треугольник, и нужно выбрать цель, кого именно будем колотить. Сюда, твареныш. Блядь. Мне это не нравится. Да пошел вон. Давайте покушаем с них немножко крови. И внутренности должны быть снаружи. Ха, это да. Ты тварь! Тут надо от него откатываться нахуй, когда он начинает злиться. Опа-па! А вот он, мерзавец, который мне руку оторвал. Эта сучка устраивала проблемы с самого начала. Это будет очень непросто, Рики малыш. Зажмите R2 и качните в сторону для переката. Братуха! А, он уже ближний есть. Блять! Подожди, подожди, давайте. Подожди, подожди. Так, немножко мы его одолели, да? Так. Перекатываемся, отвали, подонок. Тихо, 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 тихо. Давайте его схватим. Так. И попробуем. Я сказал бы, что мне скучно, но я бы солгал. Вот так вот. Подонок вонючий. В принципе, это было просто, по крайней мере, на данном этапе, ребятушки. Открывайте мощные приемы кровью. О, здесь прокачка еще есть, я и забыл, улучшение навыков. Так, разместитель, квадрат жать быстро, та-та-та-та-та-та. Это все, короче, можно прокачивать, цена 50, у меня 5000 набрано, ребята. Вот жизнь можно улучшить,
Типа, что это? Добавляет один сегмент к шкале жизни Рика. Вот это, кстати, классная штука. Я предлагаю ее прокачать. Потому что жизни нам нужны. Так. Тяжелые атаки. Давайте покупать все. Разместитель. Быстрая серия ударов руками. Она есть у нас. Крутящаяся атака, отбрасывающая противников. Квадрат за 1000. Давайте, конечно, будем сжать всю эту движуху. Навык получен. Так, осталось почти 3000. Так, это у нас пока нету. Тяжелые атаки, блин, ну я не знаю, захват. Можно сбивать этих подонков. 4, блин, у нас только нет. Оружие. Жми кружок, когда удерживаете оружие. Оружейный захват. Захват врагов, удерживать оружие, это принадобляет большое очко крови. Ну это постольку-поскольку, блин, вот. Я не знаю, может тяжелую атаку прокачать. Расплавитель. 3000, у нас нет 3000. Набираю силу апперкота. Квадрата, потом треугольник. Треугольник, треугольник. Ладно, давайте пока, наверное, присоберем. Ты можешь войти на экран лучше не навыка в любой момент, нажав Select. Так, там он где-то... Блять, башка исчезла, хотел ее забрать. Ну да ладно. No! Нет, Дженни! No! Нет. Фу, противный. Опа. Я так подозреваю, что это его не убьет, ребята. Наркоман, что ли? Вот так вот.